Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем наш концерт. Сегодня необычный концерт. Сегодня из Нью-Йорка приехал выступать с нами мой старый друг еще по советскому джазу 60-х годов. Человек, который раньше всех эмигрировал и больше всех и раньше всех добился успеха именно в американской джазовой среде. Ну, достаточно сказать, что он несколько лет играл вместе с Артом Блэком в его составе Jazz Messengers. Уже само название этого коллектива говорит о том уровне, которого достиг человек, которого я вам сейчас представлю. Это Валерий Пономарев. Сегодня, как это и бывает в джазе, без всяких репетиций, мы будем играть либо американские стандарты, которые для арсенала, в общем, не очень свойственны, но, как и все джазовые музыканты, мы обязаны это все знать и играть джем-сессион, вот именно это с одной стороны. А с другой Валерий будет без всяких репетиций, он только сегодня прилетел из Краснодара. Он с нами сыграет, по-моему, три моих пьесы. Мы ему показали там, просто напели гармонию и все. И вот таким образом вы будете свидетелями такого настоящего, такого джем-сессиона, чего не бывает больше ни в одном виде искусства. Этим джаз и отличается. Вот такой свободой и непринужденностью и профессионализмом при этом. Ну, я думаю, что, может, даже и объявлять не стоит некоторые пьесы, а может и стоит. Но мы, в общем, начнем мы с популярнейшей мелодии, которая там лежит, Чарли Паркера, «Billy's Bounce». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Ну, а сейчас мы сыграем пьесу, которой Валерий подключится уже к нам. Это пьеса, которую Орнет Коман написал еще в 1958 году. Но мы ее не будем исполнять, как ее Коман исполнял сам. Гораздо позднее его последователи, лет через 20, уже начали эту пьесу исполнять по-своему, в таком стиле панк-фанк. Пьеса эта называется «Рэмблинг», что означает «скитание». Thank you.
посвятил ее такой замечательной женщине, которая помогала всем боперам начинающим. Это была баронесса Панонико де Кёнигсвартер. Она была из семьи, из обычной такой еврейской, английской семьи миллиардеров Морганов, по-моему. И вот она после войны переехала в Нью-Йорк и стала помогать всем музыкантам. Монку она купила дом, Паркер умер у нее в номере, и, в общем, все ее любили. И ее просто звали Ника. И вот Хорас Сильвер посвятил ей пьесу, которая так и называется «Никас Грин. Мечта Ники». Thank you.
Сегодня в заключение первого отделения мы исполним пьесу, которую я написал когда-то, назвав ее «Гигантские следы», и посвятил ее памяти одного из гениев джаза Джона Колтрейна, чья деятельность оставила действительно неизгладимые следы в истории культуры вообще всего 20-го столетия. Она состоит из нескольких частей, туда вставлены две пьесы самого Джона Колтрейна. Начнется как раз баллады, мы исполним очень коротко балладу, которую он написал в 1958 году, когда он уже практически был неизлечимым героинистом, и уже Майлз Дэвис вынужден был его выгнать из квинтета, потому что он уже не являлся даже на концерты, и его ждала либо тюрьма, либо психушка, либо вообще могила. И обычно из этого состояния люди уже не возвращались. И вот его жена, первая жена, которую он потом бросил, но потом жалел, Наима, она его каким-то образом вывела все-таки из этого состояния, и за что мы ей все благодарны. А он написал балладу, которую посвятил ей. Вот с нее начнется эта композиция. Затем будет музыка, написанная мной, а затем уже пойдет пьеса самого Джона Колтрейна «Гигантские шаги». Вот такая схема этой довольно непростой композиции. Итак, начинаем с баллады «Наима».
разрешите представить вам участников. Ансамбль «Арсенал» на фортепиано и клавишах играет Юрий Погибов. На бас-гитаре Сергей Слободин. На барабанах Эдуард Петрухин. На саксофоне Алексей Козлов. А сегодняшний наш замечательный гость Валерий Пономарев на трубе. Сейчас мы сделаем небольшой антракт и хочу вам напомнить, что сегодня, после нашего выступления, состоится Opera Night. Это уникальное совершенно предприятие, которое придумал Айк Григорян, когда поют всю ночь оперные певцы и играют академические музыканты, что совершенно не похоже на то, что сейчас происходит. Итак, Opera Night после нас, осталось два еще, летом будет академический перерыв. Итак, антракт. Thank you.
Третье дыхание. И я поясню, что такое третье дыхание. Это способность творческого человека дышать в безвоздушном пространстве. Имеется в виду, когда свободы творчества никакой нет. Вот мы с Валерием пережили это в советские годы, когда джаз был нежелательный, если не запрещен. И все-таки мы выжили, каждый по-своему. Он в Америке, с Артом Блэке, я с Арсеналом здесь, но мы научились дышать в безвоздушном пространстве. Итак, третье дыхание, где соло сыграет с нами Валерий Пономарёв. Thank you.
сейчас вы услышите один из хитов американского джаза 60-х годов. Это пьеса Джо Замино, когда он работал еще в квинтете братьев Эдерли и начал писать свои уже произведения перед тем, как создал Weather Report. И вот эта пьеса сейчас прозвучит, она называется Mercy, Mercy. Thank you.
посвящена древнему базару в Центральной Азии. Это Алайский базар. За 3000 лет до нашей эры он образовался на маршруте следования караванов из Китая в Европу. Это был великий шелковый путь, откуда вывозили шелка китайские и прочие драгоценности. И вот сейчас не буду долго рассказывать. Это такая вот восточная тематика, где Валерий тоже с нами сыграет впервые. Мы лад просто показали. И, в общем, вы сами сейчас все поймете. Итак, Алайский базар. Thank you.
Thank you.
плыли в ночном просторе, лучи купала в море, жемчужная луна. Луна, твой свет дрожит в тумане, он вдаль лучами манит, твой бледный свет луна. Нас двое в пустой аллее, и нежности ночь полна, волна на рассвете аллеи, скрывается в море луна. Луна, твой свет дрожит в тумане, он вдаль лучами манит, жемчужная луна. Спасибо вам за внимание. Благодарим нашего гостя из Америки, Валерия Пономарева. Я надеюсь, что вам понравилось. Всего вам хорошего. Спасибо. До свидания.